сумма двух чисел равна числу 1106. Одно больше другого на 22. Найдите эти числа, пожалуйста. 548. Сколько? 548. 548 – это одно число, а второе? 540. Второе – 540. Ответ неверен, потому что они должны отличаться на 22. Два числа в сумме 1106, разность 22. Как их найти? Да. 542, а другое число? А второе число? 564. Интересно, они на 22 отличаются? Да. Да, они на 22 отличаются. Да, а сумма у них сколько? Действительно, 1000. Здесь 6, здесь 0. Отлично. Это ответ. А как решали? Сложим обе точки. Да-да-да. Отлично. Да. Нет, не 5. Конечно, не 5. 10. Из 106 отнимаем 22, получается 1084. Нет, деление не так пишется. Вы собирались умножать. Деление рисуют не так. Деление рисуют вот так вот. Здесь пишут наше число 2. А вот теперь пишут здесь частное, здесь вычитают. Дальше подождите. Хотя вообще-то можно и устно. Да. Ну давайте, давайте, да. 500. Да, 40, совершенно верно. Да. 4 на 2 сколько будет? 2, да. Не-не-не-не-не. 4 минус 4 получится 2. 4 минус 4 получится. Все, спасибо, все правильно. Все правильно. 542. Ну и, соответственно, 22 вернем на место. Господа, обратите, пожалуйста, внимание. Я написал здесь буквы совершенно не случайно. Здесь у меня написано x плюс y, здесь написано x минус y. Все ли понимают, что вот эта задача на самом деле то же самое, что это, только с другими числами? Да. То есть, смотрите, на двух полках всего 1106 книг. На одной из них, на 22 книги больше, чем на другой. Согласны? Да. Сколько книг на каждой полке? Давайте подумаем, как здесь можно было написать. Если вот эту полку обозначить количество x, а это обозначить y, то у нас была такая система. X плюс y – это 25, а x минус y – это 3. Все поняли? Да. Отлично. Посмотрим дальше. Мог ли я решить эту систему при помощи букв? Да. То есть не вот так вот, не выписывая это действие, а как-то продолжать, что в таком случае? Суммировать точки. Правильно, суммировать. Надо было взять и написать так. X плюс Y плюс X минус Y это 1106 плюс 22. Y и минус Y это 0, X и X это 2X. А 1106 и 22 это сколько? 1128. Совершенно верно. И значит, x это 1128 деленное на 2, то есть 564. Победа.